بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاها والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, сестры, на протяжении последних дней всегда мы, как-то бывает, у нас иман поднимается, иман опускается. И так Аллах субхана ва тааля создал людей. Аль-иману язиду ва янкус. Иман, он поднимается и опускается у верующего человека. Поэтому аль-манхадж ахль-сунна валь-джамаа в этом пониманию ахли сунну валь джамаа, то, что человек, он и грешит, и просит покаяния у Аллаха субханаху ва тааля, и Аллах субханаху ва тааля прощает его. Инна аль-хасанат юзхибна сайиат, благие дела стирают плохие дела. И заблудшие секты, как мурджиа, они, например, говорят то, что грехи вообще не вредят человеку, если есть иман биллахи субханаху ва тааля. Или хаварич, другие говорят, то, что если человек совершил грех, то это его выводит из религии, если он совершил большой грех. Другие же приписывают Аллаху субханаху ва тааля то, что Аллах субханаху ва тааля не сказал о себе, как рафида, как ибадия и так далее. Поэтому как же укрепить нам наш иман? Некоторые говорят, побольше сделать адкар, некоторые говорят, сделать дополнительные намазы, навафиль и так далее. Но основа, ведь мы как строение Аллаха субханаху ва тааля. Именно если вот кто-то из вас, вот, есть люди, строители, если ты потратишь хорошо на фундамент, то тогда, альхамдулиллях, будет дом крепкий, хороший. А если ты там сэкономишь на фундаменте, какую бы дорогую отделку ты ни делал этого дома, он у тебя развалится. Поэтому фундамент наш, наша религия, наша вера – это «Ля Илляха Илляллах». Все мы произносим своим языком «Ля Илляха Илляллах». И бывают и мунафики во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, лицемеры, о которых Аллах субхана ва тааля сказал «Инна аль-мунафикина фи дарки аль-асфали минан нар». Поистине лицемеры, они будут на самом дне ада, джаханнама, они тоже произносили «Ля Илляха Илляллах». Поэтому суть, что такое «Ля Илляха Илляллах»? Когда на сегодняшний день мы встречаемся с разными людьми общаешься, видишь, что бывают у людей такие поступки, которые противоречат «Ля Илляха Илляллах». У кого-то по незнанию, у кого-то по какой-то своей убежденности и тому подобное. Поэтому сегодня предлагаю, иншаллах, во-первых, самому себе и нам всем укрепить наш фундамент, укрепить то, ради чего Аллах создал небеса, то, ради чего Аллах субхана ва тааля создал землю, то, ради чего мы живем, то, ради чего Аллах посылал посланников, то, ради чего Аллах не посылал книги, то, к чему мы вернемся, тот, к кому мы вернемся, Аллах субхана ва тааля. Что же такое «Ля Илляха Илляллах»? Говорят люди, «Ля Илляха Илляллах», нету Бога, кроме Бога, нету Бога, кроме Аллаха. Это понятно, но что в твоем понимании, каждый сам себя должен спросить, что же в моем понимании нету Бога, кроме Бога? Что в моем понимании нету Бога, кроме Аллаха? Что я должен из этого понимать? Поэтому, когда бывает человек даже далекий от религии и так далее, и говоришь ему «Ля Илляха Илляллах», скажи «Ля Илляха Илляллах», что такое? «Аллах есть, Аллах один». Хорошо, что ты, как ты понимаешь эти слова? И тут он начинает останавливаться. Во-первых, Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал «Вама арсална мин каблика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илляха илляллах, ла илляха илля ана фа'будун». Аллах Субхану ва Тааля, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Поистине до тебя мы посылали посланников, каждого посланника посылали с тем, чтобы внушить ему, что «Ля Илляха Илляллах», что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «Фа'будун», и поклоняйтесь ему. Также Аллах Субхану ва Тааля в сурат Аль-Бакара говорит: «Ам кунтум шухадаа иза хадара Яъкуба аль-маут, иза кала ли банихи ма таъбудуна мин баъди, калу наъбуду илахака ва илаха абаика Ибрахима ва Исмаила ва Исхаака илахан вахидан ва нахну лаху муслимун». Яъкуб алейхи салям, пророк,
перед смертью. Аллах Субхану Тааля говорит, были ли вы свидетелями, когда он сказал перед смертью своим детям, кому бы вы будете поклоняться после меня? Они сказали, мы будем поклоняться Иляха, к твоему Господу, Господу твоих отцов, твоих предков, Господу Ибрахима, алейхиссалям, Исмаиля, алейхиссалям, Исхака, алейхиссалям, Иляху Вахида, одному Аллаху Субхану Тааля, одному Богу, ва нахну лаху муслимун, и мы будем покорны ему, только Аллаху Субхану Тааля. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-иману бид'у ва саб'уна шу'бе, а'ляха каулу ла иляха илля Аллах, ва аднаха иматату л-аза ани т-тариq, ва лал-хая шу'бату мин аль-иман». Раваху л-Бухари ва Муслим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что вера делится на более 70 ответвлений. Самое высшее – это ла иляха илля Аллах. Самое низшее – это убирать то, что мешает людям проходить на дороге. И стыдливость – это отвлечение веры. Стыдливость – это одна часть веры, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи на Арафате, в таком священном месте, в такой священный день, Йаум аль-Арафа, он сказал, обратился к сподвижникам и сказал: «Хайру ма культу ван-набиюна мин кабли». لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي. Самое наилучшее, что я говорю на этой земле, на этой священной земле, и те пророки, которые были до меня, это لا إله إلا الله. Нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха. وحده он один. لا شريك له. Нет у него сотоварищей. له الملك ему принадлежит вся власть. وله الحمد ему хвала. وهو على كل شيء قدير. И он всемогущий, субханаху ва тааля. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري ومسلم. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: Аллах запретил лика человека наказать джаханнами. В аду запретил аду наказать того, кто сказал «Ля иляха илля Аллах», при этом желая довольствия Аллаха Субхану ва Тааля, желая Аллаха Субхану ва Тааля. Муса, алейхиссалям, вы знаете то, что он разговаривал с Аллаху Субхану ва Тааля без Джибраиля, алейхиссалям. «Вакаллам Аллаху Муса таклима». Аллах в Коране сказал то, что Аллах Субхану ва Тааля напрямую разговаривал с Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, обратился к Аллаху и сказал: «Я Рабби, аллимни шейан азкурок ва адуука бих». «О Аллах, обучи меня тем словам, через какие бы я тебя поминал и взывал к тебе». «Кал, я Муса, кул ла иляха илля Аллах». Аллах Субхану Тааля сказал: «О Муса, скажи ла иляха илля Аллах». «Кал, я Рабби, куллу ибадака якулуна хаза». Тогда он сказал: «О Аллах, все твои рабы говорят это». «Кал, я Муса». لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. На что он сказал: «О Муса, если взять семь небес и со всеми обитателями этих небес помимо меня, и взять семь земель и положить это на одну чашу весов, и لا إله إلا الله на другую чашу весов, لا إله إلا الله перевесит, будет тяжелее эти слова». Так что же такое «Ля иляха илляллах», уважаемые братья, о которых Аллах Субханаху Тааля, о которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, так сказал? Во-первых, хотелось бы подойти к этому вопросу «Ан тариқ аль-акль ван-накль». Хотелось бы подойти с точки зрения накля, нусус, Курана и Сунны, и с точки зрения разума. Почему? Сегодняшний день человек, который далек от религии, которому не является убедительным, сказал Аллах, сказал посланник Аллаха. А ведь верующий, если слышит «Кал Аллах ва кал ар-Расуль сами'на ва ата'на», мы услышали, подчинились. Но иногда человеку нужна философия какая-то, нужно ему какой-то, чтобы внушить его акль. И здесь вот интересно, еще во время учебы в Саудии, когда мы летели и сели с одним человеком, ждали свой рейс, и разговорились: «Вот я мусульманин, а я атеист, я не верю в Бога, я не верю в Творца, я не верю в Создателя». Ну, как обычная религия опиум для народа, то, что мы видим, то существует, то, что мы не видим, этого нету. И тогда мы с ним, у нас пошел такой некий диспут, разговор, пока ждали свой рейс. Говорю: ведь разум мы тоже не видим, но он существует. Мозг возможно увидеть, разум невозможно. Душу
Никто не отрекается от своей души. Даже неверующий человек говорит, у меня широкая, добрая душа. Но где она, душа? Ее невозможно потрогать, увидеть. Ток ни один электрик не видел. И так далее. Многие такие ценные вещи, их невозможно увидеть. Но они существуют, иначе как? Он с этим соглашается. И он мне говорит, если вы утверждаете, есть Бог, почему? Потому что вот эта вот ручка, если сказать, что она сама по себе появилась на этот свет, никто из нас не поверит. Как это так, сама по себе маленькая ручка появилась? Ведь ее кто-то сделал, там, может быть, целый завод над одной какой-то ручкой работал. Один завод там краску привозил, другой завод там какие-то гайки привозил, третья рекламная компания, сюда рекламу, маленькую ручку. А когда мы смотрим на небеса, на землю, солнце меняется на луну, день меняется на ночь, ночь меняется на день, то, что мы видим, воздух, ветры, дождь, откуда это все? Откуда все вот еще этим кто-то все управляет? Можно перечислять, перечислять все вот эти милости. Откуда это само по себе появилось? Был взрыв, теория большого взрыва, что-то взорвалось, и это само по себе появилось. Опять же, разумный человек понимает, после взрыва все разрушается. Дети играют в кубики, один что-то кинул, маленький взрыв, все разрушилось. Ну как может появиться такая красота после взрыва? Даже если так, вопрос, вот это то, что взорвалось, откуда оно появилось? Есть Создатель, само по себе не может появиться. Он говорит, утверждаете, что есть Бог? Утверждаем, что есть Бог. Есть Создатель, Халик. Хорошо, тогда ответьте на вопрос, а кто создал Бога? Иногда из нас кто-то слышит такие вопросы, слышит? Вот у каждой вещи должен быть Создатель. Ликулли мауджуд ля будда миналь аллави халака. Из каждого, то, что мы видим, мы должны именно, должен его кто-то создать, сотворить. Откуда тогда Бог появился? Кто его создал, если сам по себе ничего не может появиться? Опять же, одно из сифатов и имен Аллаха – «Аннаху Халик». Он создатель. Созданным создатель не может быть. Если кто-то, что-то кто-то создал, это махлюк, созданное. А он сам Халик, он сам создатель. Если даже кто-то будет утверждать, что Всевышнего кто-то сотворил, другой задаст вопрос, а кто сотворил того, кто сотворил Всевышнего? А кто сотворил того, кто сотворил того, кто сотворил Всевышнего? Будет бесконечный диспут, курица или яйцо появилось первое. Но сколько бы это ни продолжалось, придется остановиться. Есть начало всему и вся, и вот это начало всему и вся. Аллах Субхану ва Та'аля, лейса ка мислихи шей, ва хуа самиу аль басир. Ничто на него не похоже. И он всеслышащий, всевидящий, субханаху ва та'аля. Самое интересное, после того, как самолет взлетел, он перекрестился, и потом я говорю, вы же не верите в Бога. На всякий случай, вдруг он есть. Обычно говорят, во время страха атеистов не существует. Когда страшно, и тут же пришел аят, и сейчас мы как раз из этого входим в нашу тему. Аллах, субханаху ва та'аля, точно такой же аят в Коране, в сурат Аль-Анкабут сказал, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Когда они садились на корабли, мушрикун Курайш, те, которые во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, объявили войну посланнику Аллаха, которые изгоняли посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которые не хотели поклоняться одному Аллаху, субханаху ва та'аля. Именно из-за этого они враждовали. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не просил от них. Я ма'ашараш Курайш, кулю ла илаха илляллах. О, Курайшиты, скажите ла илаха илляллах. И тогда они сказали с удивлением, Аллах не спасал аят. Аджа'аля л'алихата илаха вахида, инна хаза ля шейун уджаб. Он сделал наших богов одним богом. Поистине, это удивительно. И вот здесь вот эти же люди, которые поклонялись помимо Аллаху, субхану ва та'аля, Яук, Насара, и остальным идолам, Лат, Л'Узза, они, когда садились на корабли, Аллах в Коране говорит, «Да'уллах, мухлиси, лахуддин». Они просили только одного Аллаха, с ихласом, с искренностью. Лахуддин, полностью только его, больше никого, забыли, страшно. И плывут на корабле, утонет он, да плывет он. Забыли про всех идолов, про Яук. Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, сказал, «Фил джахилияти кунна насна аля аснаме мина тамри, фа иза джи'на акална». Когда мы были не мусульманами, язычниками, мы даже делали идолов из фиников, и когда проголодались, их кушали. И вот здесь вот они все забыли этих финики, забыли этих яук, насаров, забыли. «Да'у Аллах, мухлисина лаху ддин». «О Аллах, субхану ва та'аля, спаси нас, дай нам доплыть». فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. И когда достигали суши, берега, они опять шли
к этим идолам, которых не просили о помощи, и опять начали предавать Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей. То же самое, атеист взлетел, перекрестился, на всякий случай приземлится самолет, он опять людям будет свою теорию объяснять. Это несправедливость. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Инна ширка ля зульмун азим». Поясни, ширк, предавание Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей, великий зульм, великое притеснение. Есть множество притеснений, но самое большое, великое, когда Аллах Субхану ва Тааля, человек предает сотоварищей. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране, что такое «Ла Илляха Илляллах». Первое «Аннафи». «Ла Илляха». Мы отвергаем всех богов. «Ла Илляха». Они, курайшиты, верили, что иногда говорят, что такое нету бога, кроме Аллаха. Значит, нету ни другого создателя, помимо Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля о них говорит: «Ва ла ин саальтахум ман халакахум, ла якулунна Аллах». Если ты у них спросишь, кто их создал, они говорили: «Аллах». وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Если спросишь, кто создал небеса и землю, они говорили: Аллах. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Если спросишь, кто дает с небес дождь, после этого растет почва, они говорили: Аллах. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. الله سبحانه وتعالى говорит: скажи им, кто вам дает с небес риск, из земли риск, удел, кто вам дает, кто в чьей власти наш слух, наше зрение, кто превращает живого в мертвого, мертвого в живое, кто управляет всем? فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ. Непременно они ответят: Аллах. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Скажи же им, неужто вы не боитесь Аллаха после этого? Поэтому, когда мы говорим «Ля Илляха», отвергаем всех богов, «Илля Аллах», утверждаем только как достойного поклонения одного Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране, в сурат Аль-Бакара сказал: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَانْفِصَامَ لَهَا. لَانْفِصَامَ لَهَا. Тот, кто не уверовал в тагут. А что такое тагут? كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Это все, что люди обожествили помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. И уверовал лишь в одного Аллаха Субханаху ва Тааля, он схватился за надежную рукоять. Также Ибрахим алейхиссалям. Аллах Субханаху ва Тааля, знаете, Ибрахим алейхиссалям, его отец, его народ поклонялся идолам. Аллах Субхану ва Тааля сказал: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Сказал Ибрахим алейхиссалям своему отцу, своему народу: إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. То есть «Ла Илляха». Я отдаляюсь, никакого отношения не имею к тому, чему вы поклоняетесь. «Ла Илляха». إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. أي إِلَّا الله. Кроме того, кто меня خَلَقَنِي. فَطَرَنِي خَلَقَنِي. Тот, кто меня сотворил. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ رَحْمَكَ اللَّهُ. И он будет вести меня прямым путем. Поэтому на сегодняшний день какие мы можем увидеть вещи? Например, по незнанию некоторые люди, иншаллах, по незнанию вешают, сейчас у мусульман модно тоже некоторые стало, такие красные веревочки. Когда спрашивают, что это такое? Это оберег, он меня сбережет, он мне поможет, он мне защитит. К некоторым домой заходишь, смотришь, один раз зашел к одному человеку, дом намаз читаем, там стоит такой толстый идол. Я говорю, что ты с ним делаешь? По животу глажу, и он счастье приносит, деньги приносит. Весь там живот такой растертый у него. Ну что, ты не принес ему еще денег? Субханаллах. У некоторых жабы какие-то стоят и так далее. Поэтому здесь вот эти все вещи противоречат «Ля Илляха Илляллах». Вот эти все вещи противоречат «Ля Илляха Илляллах». Суэля Хасан аль-Басри, рахмахуллах. Хасан аль-Басри спросили: «Фаинна ннаса калу, мен кала «Ля Илляха Илляллах», дахала аль-Джанна». Люди говорят: о Хасан аль-Басри, кто сказал «Ла Илляха Илляллах», он зайдет в рай. فأجاب, он ему ответил: «Мен кала «Ла Илляха Илляллах», وأعطاها حقه وعمل لما تدعوه إليه دخل الجنة». Тот, кто сказал «Ла Илляха Илляллах» и соблюдал право этих слов, дал хак этим словам и делал то, к чему они его призывают, эти слова, поклонению одному Аллаху Субхану ва Тааля, он зайдет в рай. قال احد لوهب بن منبه لا اله الا الله مفتاح الجنه. Один человек сказал Вахбу: لا اله الا الله, это же ключ к раю. فاجاب نعم,
ولكن لا بد لها من الأسنان. Да, но однако у ключа должны быть зубчики. وإذا أتيت مفتاح ذوي الأسنان يفتح لك باب الجنة وإلا فلا. И если ты придешь в судный день с этим ключом, с зубчиками, тогда тебе откроется дверь в рай. А если нет, то нет. Муса, алейхиссалям, когда оставил свой народ, они, люди, всегда просили, видели, как другие поклоняются идолам, и тогда сказали: «Я Муса, джаллана илахан камалахум алиха». «О, Муса, сделай для нас тоже такого бога, как у них есть боги». Поэтому, когда он вернулся, схватил своего брата Харуна, алейхиссалям, тогда что, люди начали уже, пока его не было, обожествлять уже тельца. На сегодняшний день люди поклоняются корове, поклоняются Абрахме, поклоняются насекомым, еще чему-то много. Поэтому говоришь: «Альхамду лилля, я поклоняюсь Аллаху Субханаху Ва-Та'аля». «А арбабу мутафаррикуна хайрун амиллаху л-вахиду л-кахар». Аллах Субханаху Ва-Та'аля говорит: множество различных богов лучше или один могущественный Аллах Субханаху Ва-Та'аля. Наша слабость, наши проблемы, мы иногда сердца привязываем к созданию Аллаха. Думаем, какой-то мулла поможет, думаем, какой-то еще кто-то поможет. Некоторые люди, мусульмане, верят в Аллаха Субханаху Ва-Та'аля, Аллах есть, и идут там к Матрёне и так далее. Поэтому вот эти все вещи противоречат «Ля Илляха Илляллах». Все вещи. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посылал Муаза бин Джабаля, радиаллаху анху, в Йемен, тогда он спросил: «Илля мада адуу, я Расулуллах, к чему мне призывать, о посланник Аллаха?» Первое, что сказал пророк, саллаллаху алейхи салям: «Удуухум илля ла илляха илляллах». Призывай их к «Ла илляха илляллах». Мушрикун Курайш, вот эти, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, им сказал: «Кулю ла илляха илляллах», скажите «Ла илляха илляллах», не понимали, что просит от них посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Поэтому сказали: «Как он сделал богов одним богом?» С удивлением. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал: وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама, алейхиссалям, их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя. Разве не я ли ваш Господь? Они сказали: да, мы свидетельствуем. Это для того, чтобы в день воскресения, в судный день, вы не говорили: мы не знали этого. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране. Уважаемые братья, ученые ставят шурут, именно условия этих слов «Ля Илляха Илляллах». Первое, мы должны знание, то есть понимать именно знание смысла этой формулы. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман мата ва хуа я'ламу аннаху ла илляха илляллах дахала аль-джанна». Тот, кто умер и знал, ва хуа я'лам, то, что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха, он зайдет в рай. Также Аллах Субхана ва Тааля в Коране нам говорит: «Фа'лам аннаху ла илляха илляллах», знай, что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть мы должны знать это. Второе, должно быть в сердце аль-якин, убежденность, исключая из сердца любые сомнения в этом. То есть кто-то произносит эти слова, должен твердо верить в то, что, на что они указывают. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Иннама аль-му'минуна аль-лазина аману биллахи ва расулихи, сумма лам яртабу». وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и в Его посланника, а потом не испытывали сомнений, говорит Субхана ва Тааля, и жертвовали на пути Аллаха Субхана ва Тааля, проявляли усердие посредством своих имуществ и посредством своих душ. Именно они являются правдивыми, говорит Субхана ва Тааля. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ашхаду ан ла илляха илляллах ва анни», сказал посланник Аллаха: «Ашхаду ан ла илляха илляллах ва анни Расулуллах, ла ялькаллаху бихима абд гайра шакин фихима илля дахал аль-джанна». Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Кто бы из рабов Аллаха не встретил его с этими словами, не сомневаясь в них, он непременно войдет в рай. Раваху Муслим. Поэтому посланник, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Ман атани би курабил хатая ла юширик би шейн, сумма стагфарани илля гафарту лах».
в судный день, когда человек придет ко мне, курабль ардль хатая, то есть столько у него будет грехов, подобно этой земле, количеству этой земли, но однако он не предавал меня сотоварищи, потом попросит прощения, я прощу его, сказал Аллах Субхану ва Тааля в хадисе аль-Кудси. Третье – это принятие того, что предполагает эта формула единобожия, то есть кабуль. Аллах Субхану ва Тааля, мы поняли, что отсюда требует от нас поклоняться только Ему. Если мы режем барашку с именем Аллаха Субхану ва Тааля, клянемся с именем Аллаха Субхану ва Тааля, поклоняемся только Ему Субхану ва Тааля, то есть мы должны это принимать кабуль. Следующее, четвертое – аль-инкияд, подчинение этому. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور». Кто подчинил свой лик Аллаху Субхану ва Тааля, то есть тот, кто покорился Ему, поклоняясь Ему только одному и трудился с искренним намерением ради Него Аллаху Субхану ва Тааля, творя добро, тот ухватился за надежную рукоять, а все дела решает только Аллах Субхану ва Тааля. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: не уверует никто из вас до тех пор, пока его страсть не последует за тем, с чем я пришел. Раваху ат-Табарани. Пятое, ас-сидк, правдивость. Должен быть правдив верующий человек по отношению к этим словам, полностью исключая ложь. Человек должен произнести свидетельство от чистого сердца, не ради там, чтобы скажем, жениться на мусульманке и так далее, или еще какие-то свои какие-то у него там цели. Искренно ради Аллаха Субхану ва Тааля, и его слова должны совпадать с его убеждениями. Он не должен поступать, как поступали лицемеры, о которых Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Хатам Аллаху аля кулубихим, ва аля самихим, ва аля абсарихим гишава, ва лахум азабун азим, ва минан наси ман якулу аманна биллахи ва бил яуми л-ахири, ва ма хум бимуминин, юхадиун Аллаха, ва ладзина аману, ва ма яхдауна илля анфусаху, ва ма яшурун». Аллах запечатал их сердца, их слух, и на глазах у них зависть. И ему готовы великие мучения, этим лицемерам. Среди людей есть такие, которые говорят: мы уверовали в Аллаха и в последний день, в судный день, однако они суть неверующие люди, говорят Субхану ва Тааля. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя, не понимая этого. Шестое, должно быть искренность, аль-ихляс, то есть совершение любого дела с чистым намерением ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. К этому намерению не должно примешиваться ширк в любой его форме. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Мен каля ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ла, лаху ль-мульку ва лаху ль-хамду ва хуа ала кулли шайин кадир, мухлисан мин кальбихи, ясдуку биха лисануху, илля фатакаллаху ла фатқан, хатта янзура иля каилаха мин ахли ль-ард, ва хаккун ли абдин назар Аллаху илейхи ан юътияху суала». Кто скажет: нету божества достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей, ему принадлежит власть, и ему хвала, и он все может искренно от всего сердца, которое подтвердит его слова. Сердце подтверждает его слова. Аллах раскрывает небеса, чтобы посмотреть на обитателя земли, сказавшего эти слова. А человек, на которого посмотрел Аллах, имеет право на то, чтобы Аллах даровал ему все, о чем он просит, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И седьмое, аль-хубб, любовь к этим словам и ко всем тем, кто произносит эти слова и живет соответственно этим словам. Любовь к этим словам. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Саласун ман кунна фихи ваджада халават аль-иман, ман кана Аллаху ва расулаху ахабба илейхи мимма сивахума, ва ан юхибба аль-мар'а ла юхиббу илля лиллах». وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. Сладость веры ощутит тот, в ком соединяется три качества. У кого есть три качества, он почувствует сладость веры. Он должен любить Аллаха и его посланника больше всего остального. Когда Умар ибн Хаттаб пришел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что я тебя люблю больше всех только после меня, после самого себя. Поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннака ла тумин», ты не уверуешь, пока не будешь любить меня больше, чем самого себя. Тогда он сказал: я люблю, посланник Аллаха, тебя больше, чем самого себя. То есть три вида людей почувствуют сладость веры.
Если Аллах, его посланник, больше всего остального, он его будет любить. Второе. Любить того или иного человека только ради Аллаха и не желать возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него. То есть второе. Любить брата ради Аллаха, субхана та'аля. Третье. Не желать вернуться в джахилию, в неверие, после того, как Аллах нас спас от этого, подобно же тому, как не желает он быть вергнутым в огонь. Раваху аль-Бухари ва Муслим. Уважаемые братья, вот эти слова «Ля иляха илляллах», мы из нас знали, многие люди, что такое «Ля иляха илляллах». Альхамдулилля, большинство из нас живут по этим словам. Но однако мы иногда забываемся. Иногда на сегодняшний день столько разной информации бывает, столько разных вещей. И отсюда мы видим, что еще раз, чтобы укрепить наш фундамент, что Аллах, субхана ва та'аля, посланник Аллаха, требует от нас только поклоняться Ему. Нельзя поклоняться ни ангелу, ни пророкам. Поэтому, когда пришли люди к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и начали его восхвалять чересчур, и сказали: «Я Мухаммад, я Расул Аллах, я Хайрина ва бин Хайрина, ва я Сайидуна ва бин Сайидина, факаля я Юханнас, иттаку Аллах, ва ла ястахвиданнакум шайтан, ва кулю би кавликум, фа инни абду Аллах ва Расулу, фа валлахи ла ухиббу ан тарфаунани фаука манзилати лати анзалани Аллаху азза ва джалла». Раваху бин Маджа. Когда пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, люди и сказали: «О посланник Аллаха, о господин, сын господина, самый лучший из нас», начали чересчур его восхвалять. Нету сомнений, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сайидуль анбия уль мурсалин, то, что он господин всех пророков и посланников. Но однако он сказал: «Люди, говорите обычными словами, пусть шайтан вас не сбивает. Поистине я раб Аллаха и посланник Аллаха». Когда мы читаем ташахуд, ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан, абдуху ва расулу, абд ва расул, раб и посланник. «И клянусь Аллахом, я не люблю, когда вы меня возвышаете выше того, что дал мне Аллах». То есть я раб и посланник. Аллах, субхану ва та'аля, сегодня считали сурат Аль-Кахф, что сказал: «Кул иннани ана башару мислюкум юха илей». Скажи, Мухаммад, я такой же человек, как и вы, и мне дано откровение. То есть я человек, абд, и я расуль. У нас буквально 5 минут осталось. В нескольких словах хотелось бы затронуть второй столб ислама. Это ас-саля, намаз. Иногда человек, имам, вот особенно, говорит часто на разных мероприятиях про намаз, про намаз. Некоторым не нравится, некоторые говорят, почему намаз, только другого нету и так далее. Почему постоянно намаз? Потому что это, сейчас мы сказали, что такое ля иляха илляллах. Мы поняли, ради чего Аллах субхана ва тааля нас сотворил. А ас-саля амудуддин, сказал пророк, саллаллаху алейхи, салату амадуддин. Намаз – это опора религии. Если ля иляха илляллах – это основа религии, то ан-намаз – это то, на что опирается вся эта религия. Это то, на что опирается «Ля иляха илляллах». Поэтому Аллах субхана ва тааля в Коране вновь аятах говорит «Акиму ас-саля», приказывает нам. Когда мы поняли, кто такой величайший, великий субхана ва тааля, и не подчиняемся приказам Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Если человек не подчиняется приказу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, он весь великий, он дает риск. Кто вам дает риск с небес? Кто вам дает риск из земли? Аллах субхана ва тааля. Поэтому на намаз опираются все эти слова «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Дальше есть остальные арканы, остальные ибадаты, но основа – это ас-саля. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, 10 лет в Мекке призывал только к «Ля иляха илляллах». Остальные 13 лет в Медине он уже объяснял кайфиату ас-саля, как читать намаз и остальные виды поклонения. Поэтому Аллах Субхана ва тааля в Коране сказал: «Фи джаннати ятасаалун анил муджримин ма салакакум фи сакар калу лам накум миналь мусаллин». В тот день, когда Аллах Субхана ва тааля людей ведет в рай и ведет в ад, другого не будет, рай и ад. Те, кто в раю, спросят у тех, кто в аду: «Что вас вело в ад?» Они сказали: «Мы не были из числа молящихся, мы не читали намаз». Почему Аллах Субхана ва тааля, некоторый человек говорит: «Я утром молюсь, мне достаточно». Он сам для себя решил. Или я утром и вечером. Аллах Субхана ва тааля разделил 5 намазов, берет 50 за 50 намазов награду. В течение дня человек подвергается разным искушениям, разным смутам. И чтобы остановиться, вспомнить об Аллахе Субхана ва тааля, Аллах Субхана ва тааля разделил это в течение дня. И здесь он должен поминать Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. И в намазе он произносит «Ля иляха илляллах». Когда азан произносится к молитве, «Ашхаду алла иляха илляллах» произносится, что свидетельством, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. «Хайя аля ас-саля», спешите. Не просто Аллах говорит: «Идите».
Спешите на намаз, спешите на молитву. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ауаль ма юсалю анху абд йаум аль-кьям ан-салля». Первое, за что спросит Аллах, субхану ва тааля, раба в судный день, когда только встал с могилы, это за ас-салля, за намаз. Если, иншаллах, намаз у нас был полный, если мы начали читать, правильно читаем намаз, вовремя читаем намаз, не оставляем намазы, то иншаллах, дальше Аллах, субхану ва тааля, будет облегчать. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мифтаху аль-джаннати ас-салля, ва мифтаху ас-саллати ат-тахур». Поистине, ключ к раю – это намаз, а ключ к намазу – это омовение, тахарат. Ведь во время намаза человек встречается с Аллахом, субхану ва тааля. Если человек скучает, бывает, у кого-то родители умерли, как он хотел бы встретиться с ними? Бывает, у кого-то дети уехали в другую страну, в другой город учиться, как бы он все бы отдал, чтобы встретиться с ними? Или тех, кому мы потеряли? А тут Творец наших родителей, наших близких призывает нас к встрече с ним. Поэтому говорят ученые: «Иза арадта ан тухатиб Аллах, фаалейка бис-сала». Если хочешь обратиться к Аллаху, читай намаз. «Ва иза арадта ан юхатибука Аллах, факра аль-Куран». Если хочешь, чтобы Аллах к тебе обратился, тогда читай Куран. В Куране есть обращение к нам Аллаху, субхана ва тааля. Некоторые люди из-за, так скажем, у них есть какие-то отговорки. Вот что там намаз читают и так далее, там: «Я сам нормально живу, я никого не обижаю, другую не ворую, не пью» и так далее. Но все это перечислил он в взаимоотношении между им и других людей. А где хак Аллаха, субхану ва тааля? Где долг перед Аллахом, который мы должны вернуть, субхану ва тааля? Который дал нам глаза, зрение дал нам, слух дал, сердца в нас. Где это? Когда человек приходит в мечеть и говорит: «Почитайте, пожалуйста, дороги у меня закрыты, дела не идут» и так далее. Где твой намаз, я ахи? Где твой намаз? Почему тебе не нужно так далеко идти через кого-то и так далее, и попросить: приходи в мечеть, или дома читай, или на работе, где у тебя не можешь стоять, сидя читай. Как у тебя есть возможность? Обратись к Аллаху, субхану ва тааля. Или ты сомневаешься, то, что он тебя не слышит, субхану ва тааля. «Ва ху акрабу илейхи мин хаблиль варид». Он ближе к нам, чем наша сонная артерия. Сколько можно привести примера? Да, есть там разные люди, которые плохо себя ведут, но они читающие намаз. Не потому, что они читают намаз, потому что они еще до конца не уверовали. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Сказали бедуинцы: мы уверовали. Аллах говорит: скажите, вы не уверовали, вы только приняли ислам, подчинились. Но когда зайдет к вам, проникнет вера в сердца. А сколько людей, которые молящихся, какие благие дела, мы это не видим. Обращаем внимание на плохие дела каких-то людей, молящихся. Он сам за это ответит в судный день. Намаз его к этому не призывает. А к чему призывает намаз? إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Намаз запрещает человеку все подобное, фахша, фухш, все виды грехов, аморальных поступков. Поэтому человек, когда говорит: я еще не готов, придет мое время, многие люди также говорили, но не пришло так их время, они на кладбищах лежат, умерли, и так хотели, но не начали. Поэтому надо, кто не начал, надо сегодня начинать, завтра, может быть, уже не наступить. И не нужно говорить то, что не пришло мое время. Просто нужно понять, что Аллах еще не хочет с тобой, наверное, встречаться. А ты что должен сделать? Уединиться и сказать: о Аллах, встреться со мной. Я твой раб, я где-то, наверное, согрешил, я что-то неправильно поступил, я неправильно понял, неправильную информацию мне донесли. Прими меня, встреться со мной, о Аллах, субхану ва тааля. Без тебя, Аллах, субхану ва тааля, я ничто. Все зависит только от тебя, субхану ва тааля. Искренне, с ихласом, ради ля иляха илляллах, и тогда, иншаллах, Аллах откроет абуаб аль-кабуль, откроет врата и примет, иншаллах, этого человека, и он будет из молящихся. Биизниллахи тааля. Уважаемые братья, сегодня такая дата, невозможно забыть. В 44-м году была депортация войнахских народов, кабардино-балкарцев, мусульман. Кабардинцев не было? Не было? Карачаевы, балкарцы. Карачаевы, балкарцы. Мусульман. Я как сегодня помню этот день. Мне 6 лет было, когда выселяли. Выселяли. Как сегодня помню этот день. Разве его забудешь? Уничтожали, выселяли. И был такой сильный геноцид. Крымских татар. Многие умерли шахидами, иншаллах. Поэтому давайте за них тоже дуа попросим Аллаха, субхану ва тааля. Сегодня пятничный день. Есть час, когда Аллах, субхану ва тааля, принимает дуа, иншаллах.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس وغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لهم بواسع رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل